сегодня с вами будем готовить очень вкусный легкий рецепт кето-ужин. Или вкусные брокколи с соусом Рокфор и с рыбкой. Вкусно, легко и просто. Получился мой ужин. Соус Рокфор, объедение, овощи, брокколи, рыбка и лимончиком поливайте. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть много новых рецептов. Рецепта нам нужна рыбка. У меня есть вкусная форель, две жирненькие вкусных форели, как раз на кето-рецепт. Мы будем ее просто поджаривать на оливковом масле, без муки. Потом польем лимончиком. Кто любит? Для наших брокколи нам нужно брокколи. У меня мороженые. 0,5 килограмма брокколи. Соус делаем. Сливки 25%, 30%. И Рокфор. 0,5 пачки Рокфора. Если у вас нету Рокфора, положите любой сыр, который вы любите, который хорошо растает. Но лучше, конечно, Рокфор. Он на вкус будет очень мягкий в соусе. Кто не любит Рокфора, но все равно любит что-то новенькое попробовать, попробуйте. Вкус этого соуса получается очень вкусный и не сильный. Не такой, как сам Рокфор, потому что он с кремом смешанный, получается нежный, вкусный, как раз для многих разных овощей, как брокколи, можно брокколи с морковкой сделать. Вы уже как любите, такие овощи ложите. Соль, перец, конечно. Варим брокколи водой и варим минут 5-10. Очень они быстро готовятся. Только закипело, минут 5 уже достаточно. Если на пару, чуть-чуть больше. Для нашего соуса наливаем 0,5 пачки крема, сливки. Чем больше жирнее, тем будет вкуснее. У меня где-то здесь 20 сантилитров, 25. И нарезаю, ставлю топить и нарезаю мой сыр. 0,5 пачки сыра тоже. Вы нарежьте, попробуйте растопить. Если вы хотите больше сильный вкус, вы добавьте больше сыра. Этот соус простой и очень вкусный. Начинаем подогревать все. Готов, все подогрелось, все расплавилось. Овощи тоже готовы. Сейчас будем готовить нашу рыбку. Наливаем оливковое масло и поджариваем нашу рыбку. Солим и перчим. У меня вот такая вкусная соль с разными специями. И рыбка будет очень вкусная. Если у вас есть, делайте тоже. Поджариваем нашу рыбку, но не пережариваем. Где-то минуты 3-4 с каждой стороны. Моя вкусная рыбка просто легко и вкусно. Получился мой ужин. Соус Рокфор. Объедение, овощи, брокколи, рыбка и лимончиком поливайте. Приятного вам аппетита! Рецепт закончился. Приятного вам аппетита и до скорой встречи на моем канале. До свидания!